Здравствуйте! Сегодня моя внучка Даниэла и я, ее бабушка Эмма, печем очень вкусный торт мусс шоколадный дуэт. Прежде всего, форму для выпечки диаметром 26 сантиметров выстилаем бумагой для выпечки и смазываем сливочным маслом. В миску миксера разбиваем 3 яйца. Добавляем 60 граммов сахара, 1-2 чайные ложечки ванильного сахара и взбиваем на высокой скорости до получения белой пышной массы. Объем при этом должен увеличиться не менее чем в 3 раза. Пока яично-сахарная смесь взбивается, подготовим муку с какао. В миску просеиваем 60 граммов муки и 20 граммов какао. Перемешиваем. Яично-сахарная смесь хорошо взбилась. Добавляем в нее в 2 приема муку с какао. Аккуратно перемешиваем в одном направлении до получения однородного теста. В полученное бисквитное тесто нам нужно добавить 50 граммов растопленного сливочного масла. Для этого 2-3 ложки теста перекладываем в мисочку с растопленным маслом. Перемешиваем. Возвращаем в миску с бисквитным тестом и еще раз все осторожно перемешиваем. Выкладываем тесто в подготовленную форму для выпечки. Разравниваем. И отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия 15-20 минут. Готовность, как обычно, проверяем деревянной палочкой. Готовый бисквитный корж вынимаем из духовки, даем немного остыть минут 10. Удаляем форму, выкладываем на решетку, удаляем бумагу и отставляем в сторону. Приготовим шоколадный мусс. 150 граммов шоколада измельчаем, кладем в миску и растапливаем на водяной бане, все время перемешивая. Отставляем в сторону. 300 мл сливок жирностью не менее 30% взбиваем и ставим в холодильник. 2 грамма желатина замачиваем в соответствии с указаниями производителя на упаковке. В миску разбиваем 1 яйцо. Добавляем 1 желток и 30 граммов сахара. Перемешиваем. Ставим на водяную баню и все время перемешивая, нагреваем до температуры 57 градусов Цельсия. Переливаем в миску миксера и взбиваем на высокой скорости. Пока яично-сахарная смесь взбивается, не теряя времени, растапливаем замоченный желатин в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавляем растопленный желатин. Продолжаем взбивать, пока масса не остынет, до температуры приблизительно 24 градуса Цельсия. Уменьшаем скорость миксера до минимума. Вливаем тонкой струйкой растопленный шоколад. Или вмешиваем растопленный шоколад вручную.
как вам больше нравится. Вынимаем из холодильника взбитые сливки и в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешиваем сливки в шоколадную смесь. Торты с шоколадными муссами очень вкусны, их очень любят детки. На нашем сайте videokulinary.ru в разделе «Торты и пирожные» вы найдете рецепт торта Даниэла с шоколадным муссом, торта «Три шоколада» и других тортов. В разъемную форму диаметром 26 сантиметров кладем бисквитный корж. На корж выкладываем приготовленный шоколадный мусс. Разравниваем и отправляем в морозильник. Приготовим белый шоколадный мусс. 150 граммов белого шоколада измельчаем. Кладем в миску и растапливаем на водяной бане, все время перемешивая. Отставляем в сторону. 300 мл сливок жирностью не менее 30% взбиваем и ставим в холодильник. 4 грамма желатина замачиваем в соответствии с указаниями производителя на упаковке. В миску разбиваем одно яйцо. Добавляем один желток и 30 граммов сахара. Перемешиваем. Ставим на водяную баню и все время перемешивая нагреваем до температуры 57 градусов Цельсия. Переливаем смесь в миску миксера и взбиваем на высокой скорости. Не теряя времени, пока смесь взбивается, растапливаем замоченный желатин. Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавляем растопленный желатин. Продолжаем взбивать, пока масса не остынет до температуры приблизительно 24 градуса Цельсия. Уменьшаем скорость миксера до минимума. Вливаем тонкой струйкой растопленный белый шоколад. Или вмешиваем шоколад вручную, по вашему выбору. Вынимаем из холодильника взбитые сливки и в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешиваем сливки в шоколадную смесь. Вынимаем форму из морозильника. Поверх мусса из темного шоколада выкладываем белый шоколадный мусс, разравниваем и ставим в холодильник минимум на 10 часов. Через 10 часов вынимаем торт из холодильника, тонким ножом прорезаем по краю формы, удаляем форму. Украшаем в соответствии с настроением и фантазией. Мы посыпаем торт порошком какао и украшаем белыми цветами вишни. Перекладываем торт на блюдо и подаем очень вкусный, воздушный, нежный торт-шоколадный дуэт к праздничному столу. Вдохновения вам, удачи, праздничного настроения и приятного чаепития!